Всем привет! Вы на канале Марина и Цветочные друзья. Сегодня хочу поговорить об укоренении фикусов, но до того, как мы начнем тему, сделаю объявление. Я обещала вам, что каждый раз буду сообщать вам о следующей выставке, которая проводится у нас в Краснодарском крае. Так вот, после 24-25 февраля выставки будут до самого мая практически без перерывов, каждую неделю. Ближайшая выставка состоится 2 марта в Краснодаре в Доме культуры железнодорожников по адресу Привокзальная площадь 1. Будем рады видеть всех любителей цветов. На завершении видео повторю эту информацию для тех, кто не успел записать. Итак, фикусы. Если вы заметили, что начинается весна, приближается, скажем так, потому что еще все-таки февраль, хотя и осталось буквально пара денечков. Заметили в плане того, что день стал больше, и солнышко, например, у нас на юге тоже стало заметно больше, хотя особого тепла еще и не чувствуется, но весну мы уже почувствовали. И не только мы, но и наши череночки тоже. Поэтому сегодня хочу показать, как я укореняла фикусы. Возможно, кто-то это давным-давно таким способом пользуется. А возможно, у вас свой способ и не хуже получается. Поэтому, как всегда, говорю, что буду рада, если вы поделитесь своей информацией, расскажете о своих удачных экспериментах, а я показываю вам свой. Итак, фикусы, посмотрите, это только те череночки, которые приготовлены для укоренения. Я покажу вам, что же я добавляла в воду, чтобы появились корешки. Хочу показать вам вот таких баба-куца. Еще не открывала пакет, но посмотрите. То есть вот в таком виде и укоренялись мои фикусы. Укоренялись в воде под естественным освещением, то есть не под подсветкой, а на подоконнике северного окна. И в пакет ставила не полностью все череночки вместе с емкостью, а только завязывала сверху, верхушки. Для чего пакет, тоже расскажу. Дело в том, что вообще не убирала листья с черенков, оставляла все листочки, с которыми череночки срезались. И для того, чтобы эта зеленая масса не осыпалась от сухости воздуха, потому что когда черенок только попадает в воду, он без корней, и воду он еще впитывать, по сути дела, не научился. А подпитки для зеленой массы нет, потому что корней нет, поэтому может... Все листочки могут пожелтеть и осыпаться. Чтобы этого не происходило, я вот такие колпаки из обычных целлофановых пакетов и соорудила. Сейчас развяжем пакет и посмотрим на череночки поближе. Если сильно шуршу, простите. Вот так. Вот, смотрите. Очень даже замечательно укоренились фикусы. Но это и не сложный фикус для укоренения. Он, в принципе, легко укореняется, может быть, и без пакета укоренился бы, но я не хотела рисковать, поэтому вот так сделала и не жалею, потому что, как видите, результат вот такой. Это фикус макламы. И не только макламы. Укоренялся подобным образом. Также я ставила на укоренение и узколистные фикусы. Вот здесь еще
отдельные череночки только-только начали обрастать корнями, а где-то уже корешки появились. В любом случае, сегодня я буду их так перебирать, то есть те, которые с корешками, уже высаживать в грунт, а те, которые пока еще без корней, оставлю точно так же в банке. Посмотрите. Ну, я удивляюсь, но ни один листик не пожелтел и не опал. Ну, красота же. А теперь покажу, что добавляла в воду для укоренения. Итак, обычная вода. Добавляла в воду 2 капли HB101. Две капли. И щедрой рукой янтарную кислоту. Янтарная кислота не вредит растению, поэтому тут я не считала, сколько капель, а так заметной такой струйкой, ну, наверное, капель 10, не меньше. После этого любым приспособлением размешала. Черенки, когда срезала под теплой водой, смыла молочко, которое выделяется. Ну, не молочко, да, а как называется? Сок. Ну и все. И завязываем в пакет. После этого ставим на подоконник. Еще раз повторю. У меня стоят на подоконнике северного окна. В процессе укоренения пакет не снимала. До этого как-то все время ставила черенки в пакет и завязывала сверху. Но хочу сказать, что в пакете все-таки мне кажется, что запариваются, во-первых, череночки, а во-вторых, вот так, когда в прозрачной емкости и черенки получают освещение, не яркое, но достаточное, мне кажется, корни появились просто быстро. Причем укоренились в комнате. Вы знаете, что у меня теплица, укоренились не в теплице, укоренились в комнате. Если кому-то пригодится, буду рада. Напомню еще раз, что в конце этой недели, в субботу, 2 марта, проводится выставка растений в Краснодаре в Доме культуры железнодорожников по улице Привокзальная, площадь 1. Приглашаем всех любителей цветов. Пока-пока!